Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Frontiers. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас тут в улучшениях. Подкрепление получает оружие дальнего боя, которое можно использовать против наземных и летающих врагов. Это самое то, что нужно. Замечательно. Мы с вами прокачали все. Все древо улучшений. Это классно. Так, зал героев. Данте, да, друзья мои, я играл за Данте. Довольно неплохой чувачок, мне он понравился. Я его прокачал полностью, поэтому, я думаю, вам будет интересно, наверное, тоже посмотреть, что же он себя представляет. Или же нам взять все-таки Кощея? Хе-хе, нет, возьмем все-таки Данте. Попробуем, ребят, поиграть за него. Так, и у нас с вами... Так, три миссии. Ну, мы, наверное, будем продолжать все-таки занежить, да? Оскверненная роща. Мы освободили Костиград и загнали мерзких тварей в мрачный лес. Чувствуйте зло, исходящее от него. За кривыми и сучковатыми деревьями скрываются темные алтари для запретных обрядов. Тьма полна ужасов, и нам вновь предстоит битва. Ну что, друзья мои, давайте поехали. Вау, прикольно. Так, ну что, Данте... Дружок ты мой, у нас здесь будут упыри, зомби. Так, тыквы, тыквы ничего не делают, нет? Никаких тут нет приколов. Надеюсь, что нету. Так, склеп, вот этот мне совсем не нравится. Мне кажется, из него попрут скелеты. Ладно, друзья, у нас с вами 1500 монет на кармане. Так, упыри, зомби. Против них кто неплохо бомбит? По-моему, стрелки неплохо, да, их теребунькают. Так, форт артбалетчиков. Или же нам лучше метатели топоров сделать? Я не знаю, друзья мои. Не знаю. Знаю только одно, что нам нужно вот эти вот подступы защитить, наверное, все-таки рыцарями, да? Ну, давай сделаем хотя бы вот так вот, первоначальную такую вот защиту. Мне кажется, все-таки мне здесь надо было взять, друзья, Кощея. Что-то вот такое у меня предчувствие. Так, у нас бегут упыри. Ладно, хорошо. Пускай они пока бегут. А я поставлю сюда магов. Угу. Ну, давай-давай, Данте, наяривай. Так, слишком много здесь вот этих вот чудиков у нас идет. Слушай, а если мы сюда бомбарду поставим с вами, а? Хотел ее прокачать, но не выйдет ничего. Так, Данте, давай-ка вот сюда вот встань поближе. И начинаю уже их тут потихонечку бомбить. Слушай, ну с такой армией, друзья мои, надо как-то, мне кажется, сразу разбираться. Потому что если они дойдут до сюда, тут уже их никто не сможет задержать. Это я точно тебе говорю. Так, отлично. Да, вот если бы у нас был Кощей тут был бы, он бы сейчас дыхание свое бы шмальнул бы, да. И вот это вот, ну, дофига бы он повреждения нанес на самом деле бы. Ладно, надеюсь, Данте меня не подведет. А если подведет, мне придется все-таки выбирать Кощей тогда. Ну что ты, давай бомби по ним. Подкрепление, о, стреляют, молодцы, красавчики. Так, давай-ка бомбардочку мы, наверное, с тобой улучшим. Так, тихо, тихо, тихо. Так, Данте у нас мало того, что он у нас стреляет, да, с пистолетов. У него еще и топорик есть в руке. Это тоже неплохо. Так, здесь нам, наверное... выгоднее ставить башню некроманта. Почему именно некромантов? Потому что мы сможем своих скелетиков здесь тогда плодить. Что очень хорошо будет. Так-так-так-так, разбираемся с ними. Ой, я совсем забыл, да, друзья? Совсем забыл же вот про эту вот... черт подери. Про ночь, которая ускоряет этих зомбарей. Ладно. А что так долго-то? Так хорош, успокойся уже. Полнолуние вот это вот. Слушай, впредь надо быть аккуратным. Так, что у нас тут? Упыри, упыри, а здесь тоже со всех щелей пойдут упыри у нас. Так, я даже не знаю, давай, наверное, сюда мы с вами Данте переведем. Сюда поставим подкрепление. Так, форт арбалетчиков. Хорошо, пускай здесь будет, ребята, у нас форт. Надо будет ему, конечно, заградительный огонь прокачать, чтобы, ну, как можно быстрее и лучше, и эффективнее уничтожать всяких там упырей и так далее и тому подобное. Куда разогнался-то? Куда... Эй, тихо, тихо, я надеюсь, они не пройдут. Узнаете, друзья мои, узнаете вот этого тыквоголовый всадник? Он же в Kingdom Rush в третьей части появляется у нас как наемник. То есть мы можем его взять, это будет у нас... Эй, что ты делаешь?
чем дело, друзья мои? Мы его подбили? Так, погоди-ка, что-то тут... Давай прокачаем, наверное, наших вот этих вот маленьких... до рыцарей-тамплиеров. Что за фигня? Давай. Тут разберемся, да? Заградительный огонь не хватает? Нет, не хватает. Мне нужно еще деньжат. Мне нужно, ребята, еще деньжат. Так, привидение. Друзья, по-моему, привидение... Так, смотрим. Измученные духи, которые скитаются по пустоши и ищут освобождение от вечных мук. Уязвимы только к магии. Движется в любом направлении, нельзя остановить. Друзья мои, он только лишь к магии. У меня здесь маг стоит. Твою же налево. То есть стрелки вообще ничего не смогут сделать, да? Да ладно. Да ладно, со всех щелей поперли. Слушай, нам, значит, получается, нужно мага прокачивать как можно быстрее. Иначе мы с вами... Смотри, вот сейчас у меня стрелки будут... Так, это маг, да, наносит урон. Блин, мне срочно нужен метеоритный вот этот вот огонь. Фух. Слушай, дай-ка я, наверное... Что же делать? Давай, наверное, башню некромантов поставим. Так, смогу ли я, интересно, вот так вот... Ага, ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, этот громозека ползет здесь еще у нас. Ага, из зомби... Нет, можно. Я думал, что из зомбарей мы скелетов сделать не сможем. Сможем. Заградительный огонь. Я все забываю прокачать его. Господи. Как же так-то? Как же так, друзья мои? Так, он куда? Он куда? Я думал, что он пойдет наверх, а он... А он, смотри, что сделает. Он пошел почему-то вот сюда. Заградительный огонь. Слушай, по-моему, ребята, тут трубешник. Ты посмотри, что происходит здесь. Но этого мы с вами... О-хо-хо-хо-хо! Он взорвался и всех за собой прихватил. Данте, нам, наверное, с тобой надо вот сюда перебегать. Там кипишняк какой-то начинается, сам видишь. Заградительный огонь, отлично. Хотя бы первого уровня прокачали, мы можем теперь стрелять. Вот таким вот образом. Фух. Так, что дальше у нас там? Привидение. Слушайте, нам нужно очень много башен магических ставить. Вот что я тебе хочу сказать. Очень много я не могу сделать. Не хватает денег, элементарно. Хм. Значит, мы с вами вот этот вот метеоритный удар придержим на всякий случай, друзья мои. Так. От этого дурочка надо держаться подальше. Когда он погибает, он, ребята, взрывается и наносит колоссальный урон. Так, хорошо. Башни пока справляются мои. С привидениями. Так, вот сюда, я думаю, тоже, наверное, поставить надо башню магов. Да, бомбарда бомбит просто вот в холостую. Просто в холостую. Она даже не наносит урона никакого. Не нравится мне вот это вот все. Ой, как не нравится, друзья мои. Если будет фейл, то только лишь из-за того, что мы с вами не сможем подбить привидений. Да. Скорее всего, только лишь из-за этого. Но... Господи, оно пролетает, друзья мои. Оно пролетает, это привидение. Причем даже не одно, а два пролетает привидение. Хе-хе-хе-хе-хе. Согласись, вот это вот самое противное. Если бы я знал, что здесь будут вот эти вот призраки, конечно бы все совсем было бы по-другому у меня. Так. Давай-ка мы вот этого накажем, наверное, с вами, упыря. Ну, взорвался, отлично. Сюда я, наверное, тоже поставлю башню некромантов. Вервольф и оборотень. Вот так вот. Вот так вот, друзья мои. Вервольфы и оборотни еще здесь, оказывается, есть. Блин, так глупо. Так, это вервольфы. А интересно, а чем отличаются вервольфы от оборотней? Хе, непонятно пока, узнаем. Так, я буду, наверное, сюда тоже ставить башню некромантов. Хотя башня архимага... Так, секунду. Оборотень. Могущественные воины, способные превращаться в ужасных тварей. Регенерация заражает ликантропией и превращается в волка. Заражает ликантропией. Что это такое, друзья мои? Вот они как выглядят. Смотрите, друзья мои. То есть они выглядят как обычные вояки. Да, воины. Но, видимо, когда у них остается мало здоровья, они превращаются в оборотней. Ну, я так предполагаю.
Да? Да-да-да-да-да, так оно и получается, друзья мои. А ну-ка. Слушай, ну неплохо мы с ними расправились. Башня некромантов. Конечно, будем делать именно ее. Слушай, у них регенерация, я вижу, у них восстанавливается потихонечку здоровье со временем. Так, бомбарду-то я когда-нибудь прокачаю. Так, привидение, 12 штук. Твою же маковку. Веровольф, это оборотни. Привидение, мне вот это совсем не нужно. Вот в данный момент вот совсем невыгодно, чтобы тут призраки, блин, летели. Они, ребята, сбивают меня. Почему у меня нет вот вместо вояк каких-нибудь магов тоже, обычных магов? Да? Так ведь нечестно. Или почему мой главный герой не наносит урон? Хотя, если бы у нас был бы, наверное, какой-нибудь магический персонаж, да, он бы, наверное, скорее всего, наносил бы урон. Так, снизу, я смотрю, зомбари поперли. Так, давай-давай, привидение, главное, этих уничтожим. Шестая волна. Еще 9 волн, друзья мои, впереди. Так, нам тут, по идее, нужно прокачиваться и прокачиваться. Эй-эй-эй-эй. А что так много-то? Так, опять этот появился, друзья мои. Тыквоголовый. Опять он тут буянит. Так, ну-ка, прокачиваем башни. Слушай, они сильны, друзья мои, они очень сильны. Я имею в виду оборотни. Ты посмотри. Так, призрак, давай иди сюда. Ты же, я помню, в виде духа можешь как бы усиливать наши отряды. Ай-яй-яй-яй-яй, друзья мои. Сможем ли мы здесь справиться вот с этой вот армией? Вопрос, конечно, очень интересный. 230, рыцари-тамплиеры мне нужны. Я сделал их. Я их сделал. Но что-то тут как-то уже, что-то чересчур, по-моему, друзья мои. Тут враг за врагом ползет и мне бы как-то нужно дожить до метеоритного удара, наверное. Давай попробуем. Во, вот, применяем, друзья мои, применяем. Что-нибудь толк какой-нибудь от этого есть? И рыцари, давайте вот сюда переходите, пожалуйста. Завали. Твою же маковку, он накрыл всех медным тазом. Слушайте, друзья, я даже не знаю, что сделать. Врагов становится очень много. Очень много. Кто? Что это? Призрачный воин. Призраки древних воинов. Одно их присутствие высасывает силы из живущих. Уязвим только к магии, и еще у него аура смерти. Ну вот, короче, я понял, друзья мои, в чем моя ошибка была. Что здесь нужно ставить очень много магических башен. Очень много магических башен. И только в этом случае мы с вами, наверное, здесь сможем выиграть. А так как я начал тут и стрелков ставить, и надо было вот здесь вот все-таки магическую башню делать. Ну я же не знал, друзья мои. Знал бы, как говорится, куда упал бы, постелил бы перинку. И в то же время вот эти вот охламоны тут нервируют очень сильно. Вот эти вот, как их звать-то, отродья. Очень сильные, друзья мои, эти отродья. Ну ты посмотри, что тут происходит. Как вот с ними бороться? Они еще на ускорение бегут. Где мой Данте? Данте, иди сюда. Я не знаю, друзья, и призраки бегут со всех щелей. Вроде бы как бы это. Давай вот сюда поставим, наверное. Так, если мы будем улучшать с вами наших тамплиеров, может быть, они как-то будут выживать. Будут себя получше вести. Что-то вот эти стрелки меня совсем разочаровывают, друзья мои. Совсем разочаровывают. Да ладно, что, тамплиеры упали уже, что ли? Да, друзья, они упали. Тамплиеры, вон они, лежат. Ну. Ну, вы будете резаться-то, господи. Вот он, выбежал, хотя бы один. Нет, тут целый отрядик выбежал. Но это все из-за того, что, друзья мои, отроди, когда вот это вот исчадие взрывается, наносит урон. Видите, да, сколько он наносит урона? Очень много. Так что я думаю, что сюда, наверное, нам надо будет поставить, опять же, магов. Я вижу только здесь силу в магах. Больше здесь никто нам не поможет. Ну, завалили. Видишь, да, он взрывается и всех моих за собой прихватывает. Так, веровольфы. Опять же, веровольфы и оборотни. Твою же маковку. Не было печали, как говорится. Рыцари, давайте быстрее, вы мне здесь нужны.
И бомбарда это не прокачано у меня, как назло. Как назло. И с деньгами напряженка очень большая у нас. Чтобы все это прокачать. Господи, как быть? Ну, давай попробуем, наверное, вот сюда вот подкрепление призвать. Ой, очень-очень легко они с ним расправляются. Видишь, что происходит, ребята? Сильные оборотни. Ничего не могу сказать. Очень сильные. Так. Подожди, друзья мои, подожди. Ну что-то? Ну что-то уж как-то уж больно. Слишком чересчур мощно, друзья мои. Давай, может быть... Рыцари, что ли, вызовем сюда. Рыцари смерти хоть как-то будут сдерживать здесь врага. Да? Вот так вот. Я надеюсь, это нам хоть как-то поможет. Так, дальше нам нужно что прокачать? Вот эти две башни у нас не прокачаны, да? Еще и вот эта третья. Воу, тихо. А вас тут не слишком ли много, друзья мои? Поперло-то. По-моему, слишком много. Даже, я бы сказал, чересчур много. И у меня нету вспомогаловки. Вот в чем проблема. Так, подкрепление я пока, наверное, не буду тратить. Ага, превратился. Я сразу его взорвал, Данте. Молодец, красавчик. Так, тут-то у нас выиграет дело наше или нет? Так, ну, минус. Так, вот тут еще один оборотень. Ага, я вижу. Вот сейчас было хорошо. Сейчас вот самое то, что нужно. Получилось. Так, друзья мои, я не знаю, может быть, башню архимагов здесь поставить все-таки. Давай башню архимагов я сделаю. Так, а вот здесь, наверное, все-таки башню некроманта мы сделаем. Так, что там у нас, призрачный воин и кто? Да чтоб тебя, ты опять тут, а? Ого! Призвал мне тут. Ты понял? Он появился и призвал вот этих вот ребят охламонов. Причем за убийство вот этих вот чудиков нам денег не дают. Ха! Слушай, он так и будет тут выпускать? Да ты достал ты уже, серьезно тебе говорю. Смотри, он выпускает их. Может быть, так хоть как-нибудь нам станет полегче немножко. Ой-ой-ой, друзья мои, смотрите, что-то как-то башня архимагов очень кисленько бомбит. Некромант, по-моему, намного лучше бомбит. Так, не пропускаем ни одного призрака. Что будешь делать-то, а? Тут еще и щадие ползет. Еще и щадие ползет со всех щелей. Так, давай, наверное, некроманта. Слушай, некроманта и сразу же призываем всадника смерти. Да, он будет здесь стоять посередине, ну, по крайней мере, будет сдерживать противников. Хоть как, хоть маленечко, друзья мои. Хоть маленечко, говорю. Слушай, вот с этими нужно разобраться быстрее, потому что вот этот маг, он может пролететь, он пролетит сейчас. Да что там вы делаете, я не понимаю, а с кем вы там деретесь? Там никого нет, он с кем-то там дерутся они. Заградительный огонь, прокачиваем по полной программе. А где мой герой? Понятно, мой герой погиб. Данте отдуплился, друзья, к сожалению. Вот он. Иди сюда, лети, будешь усиливать нашу команду. Фух, напряженка. Ребята, это девятая волна, сейчас будет десятая. Вервольф-оборотень, Вервольф. Короче, сейчас побегут. Здесь я хотел всадника призвать. Вот если бы бомбарда бы у меня бы здесь была бы прокачана, нам бы здесь намного бы проще было бы. Так мне не дают ее прокачать. Постоянно надо что-то улучшать другое. Или все-таки улучшить, друзья? Наверное, я буду улучшать бомбарду все-таки. Лучше сейчас. Нет, надо и всадника сюда призывать. Вот так мы попробуем сделать. Так, это пока идут оборотни. Сейчас пойдут веровольфы, вон они. Или вот это веровольфы. Ага, вот это веровольфы, а вот это вот оборотни. Так, 320, да, нужно? 320. Ну, Да еще и ночь. Они сразу все, что ли, превратились, да? Да, они превратились все. С копом. Но тут мы их быстренько подчекрыжили. И это круто, на самом деле. Эти охламоны, я думаю, нам здесь ничего не сделают. Это легкие зомбики. Вот, Веровольф, у него, смотрите, у него ночью, по ходу дела, регенерация круче, чем днем идет. Почему моментально восстанавливается здоровье? Так, привидения полезли со всех щелей.
Ну хорошо, что у нас тут башни магов есть. Так, бомбардочка, давай мы тебя... Вот. Буровая платформа. Слушай, да, я думаю, что мы будем с вами именно буровую платформу делать. А цыплака, я думаю, здесь пока толку никакого не будет. Ну, последний призрак. Отлично. Дальше у нас призрачный воин с привидениями. И здесь, в принципе, то же самое. То есть одни призраки сейчас пойдут. Так, а снизу, снизу-то кто? Не успел читкануть. Ну, я думаю, тоже привидение. Ладно, давай, ждем. Ждем, друзья. Так, башня магов бомбит. Ну, вот этот вот мощный парень, да? Наверное, нам нужно прокачать еще. Критическая масса. До 90 очков урона будет наносить, если мы прокачаем до третьего скилла. А вот здесь вот хуже, друзья мои. Вот здесь дело хуже, потому что здесь у меня только лишь одна магическая башня. Да и то не прокачанная. Надо будет заняться ей. Так, а что, Данте может убивать призраков? Или мне сейчас показалось? Вот эти, да, это понятно, они не наносят урон. Они только по физическим, так скажем, телам могут бомбить. А по бездушным никакого урона не наносят. Так, ну что же, 300 очков нам нужно, да, чтобы... 300, точнее, монет, чтобы прокачать вот это вот на башню некромантов. Вот. Уже лучше, уже спокойнее, на самом деле, мне. Так, критическую массу. Я вижу мертвецов. Победите 6 воинов-призраков до того, как они заденут что-то там ваших воинов. Хм. Нормуль. Друзья мои, это была 11-я волна. Переходим, наверное, сразу же к 12-й. Поехали. Да чтоб тебе, опять этот, а? Check him back. Вот чем он, ребята, и вреден. То, что он приходит и вызывает вот этих вот зомбарей. Давай, подбейте его, пожалуйста. Ну, там осталось у него... Хобана, и деньги. Побежал и растерял все деньги, друзья мои. Так, вот это вот мне не нравится. Оборотни сверху ползут. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо тут мне, пожалуйста, на ускорении. Так, Данте, быстрее сюда, наверх. Наверх. Да ты достал, тыквоголовый, ты уже... Это уже не смешно, на самом деле. Это уже не смешно. Так. Что? Где? Опять он тут бегает, а? Вот ханорик. Да ты достал, ну серьезно. Почему мои скелеты его не бомбят? Стоят и лыбятся просто-напросто. В чем проблема-то? Что не так с ними опять? Так, Данте, ты давай-ка вот сюда в самую гущу-то беги. Потому что тут, видишь, какая заварушка. Сколько тут этих вировольфов. Плюс 2 оборотня бегут. Так, прокачиваем нашу силу горнила. Обязательно. Так, они крепкие. Они, серьезно говорю, сильные воины. Причем с регенерацией. Об этом тоже не стоит забывать. Интересно, если мы с вами прокачаем сокольничий. Радиус атаки на 15% и критический удар до 10%. Слушай, ну это нехило, на самом деле. Последняя стадия — это будет радиус атаки на 20%, да, и шанс критического удара на 15%. Маленький шанс, но он есть. И он нам пригодится. Что? Отродье? Здесь, друзья мои, сейчас пойдет отродье. Аж 10 штук. Ты понял? 10 отродьев сейчас будет идти. Так. А там еще со всех щелей, как мы видим, выбегают вот эти вот упыри мелкие. Ну, естественно, чтобы нам мешать. Чтобы жизнь, как говорится, малиной не казалась, да? Получите и распишитесь. Ладно, с ними справились. Данте, а почему ты не стреляешь, а? Вот объясни мне, пожалуйста. По идее, ты должен бомбить по ним. Знаешь, в чем проблема здесь? Сейчас вот эти вот отродья, они будут взрываться и очень много моих юнитов забирать с собой на тот свет. А в этот момент всякие упыри выползают со всех щелей. Что не есть гуд. Очень плохо, друзья мои. Так,
взорвался. Что ж такое? Сколько вас тут, а? Эй! Данте, по-моему, нам пора сюда перебежать. Тут что-то вообще как-то... Что-то уж вообще заваруха полнейшая идет. Ну и куда вы там... Еще один пробежал, да? Вот так, друзья мои. Вот так оно все и происходит. Пробежал еще один упырь. Ну что, Данте, давай, наверное, я не знаю, вниз, сюда. Че тут как-то все уж больно, чересчур сложно. Ну, вжариваем. Всех рыцарей, да, положили? Естественно, у меня один Данте остается, да, один на один с этим отродьем. Ну, здесь мы победим. Ну, я тебе хочу сказать одно, что очень-очень сложно, напряженно. Если вот эти вот упыри будут дальше здесь со всех щелей вылазить, как будем тут с вами дальше-то выиграть, я не знаю. Давай поставим сюда лучников, наверное. Хотя надо было башню магов влепить, скорее всего. Ну да, башню магов, потому что тут, как видите, у нас призраки идут. Он одолел меня, вот этот тыквоголовый, серьезно тебе говорю. Просто одолел меня. Появляется в ненужный момент, ржет и вызывает вот этих вот всяких мелких зомбарей. Ты достал, а? Видишь, что он делает? Призывает. И он еще тыкву бросает взрывную. Ага. Не все так просто, как говорится. Наверное, мы сделаем сюда метателей топоров. Вот из этих ребят. Да, наверное, так будет эффективнее. Он отвлекает, просто отвлекает очень сильно. Он появляется, мои воины на него переключаются, а в этот момент, видите, со всех щелей ползут разные твари. Метатель топоров. Так, тотем слабости и тотем духов. Вот так вот пускай будет. Да, я понимаю, что они не наносят никакой урон. Так, сюда, наверное, мы еще одного мага влепим. Пускай будут. Маги, как говорится, никогда лишними не бывают. Тем более, вы сами видите, сколько тут врагов идет. По идее, конечно, нужно еще прокачивать нам наших вот этих вот рыцарей. Обмануть смерть при получении смертельного урона. Что-то многовато вас как-то тут идет. Но маги, бомбите, бомбите, пожалуйста. Слушайте, это у нас предпоследняя. Это 14-я волна, а после нее пойдет последняя. Там будет, наверное, самый трэш. Так что надо как-то подготовиться к этому делу. Все. Ну что же, ребята, веровольфы оборотни, да? Тут призрачные войны. Вызываем. Так, Данте, давай-ка мы, наверное, вот с тобой вот сюда вот встанем. А то ты где-то там сзади. Начинается, да? С оборотней. Начинается с оборотней. Так. Жалко, у нас, конечно, вот эта вот башня горнила не так часто вызывает огонь. Нет, 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 нет. Только не сейчас. Только не... В эту секунду, друзья мои. Со всех щелей привидения повылетали. Как ты меня одолел, а? Призраки идут. Призраки идут, ползут. Можно, в принципе, сюда. Нет. Или вот сюда. Нет, вот сюда все-таки мы поставим еще одну башню магов. Пускай будут некроманты, опять же. Почему некроманты, ребята? Ну, потому что они хоть скелетиков могут делать. Ну, в отличие вот от этой башни. Так, хорошо. Мне как-то днем спокойнее драться. Сейчас опять ночь наступит, и вот это вот, прикинь, вся орда побежит на меня. Вот это будет жесть. Серьезно говорю. Так, давай вот так вот, наверное, прокачаем с вами, да? Колонковый бур. Лишним не будет он, поверь мне. А где у меня Данте? Данте бомбится. Потихонечку. Давай вот так вот. О, совсем другое дело. Совсем другое дело. Неужели прошли, друзья мои? Фух. Слушай, это было сложно. Жалко, конечно, что всего лишь две звезды мы с вами получили. Но это... Да, это издержки. Издержки производства, потому что я не знал, что здесь будет очень много призраков. И надо было делать магические башни. Но
Надеюсь, в следующий раз для меня это будет уроком. Ну, а мы с вами, наверное, на сегодня будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Причем у нас сумрачный замок ждет впереди. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.